Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну, во-первых, забираем свои ежедневные награды. Так, 29 монет и 100 долларов, отлично. Здесь забираем с тобой реворд. Плюс забежим быстренько в магазин, откроем с тобой колоду. Ничего нам здесь не выпадает, только сюрикены, фиг с ним. Так, здесь нам нужно в боях поднять уровень персонажа. Так, мы с тобой качаем в данный момент тигриного когтя. Я надеюсь, ты об этом не забыл. И прокачиваем мы ему вот это вот, тигриная ярость. Нам нужно найти еще 4 автомобильных вот этих вот номера. Давай попробуем. Так, один в кармане уже есть. Второй. Третий и последний. Пожалуйста, давай последний. Есть контакт. Ну что, друзья мои, прокачиваем до 5 ступени. И посмотрим, что нужно для 6. В принципе, друзья мои, не так уж и много. Нам нужно найти с тобой один камень Талика, я так понимаю, да? Ну, попробуем. Так, здесь мутаген выпал. А, это маяк трицератонов. Вот оно что. Ну, в любом случае, мы с тобой его нашли. Так, нужно найти нам 3 видеомагнитофона. Раз. Тихо, подожди, не то нажал я. Так, один у нас есть, да? Давай второй. Ну что такое, ну? Хватит уже выкабучиться. Второй и последний, третий, дай мне. Портрет короля. Зачем он мне нужен вообще, этот портрет? Не, он, конечно, нужен для прокачки каких-то, видимо, других скиллов. Но в данный момент он мне не нужен. Так, и в следующей серии мы попробуем с тобой найти 14 кружек. По-моему, кружки падают довольно легко. И прокачаем тигриную ярость до 6 ступени. И это будет вероятность, я не знаю, сколько там, ребята, здесь уже 60%, а там может быть все 70%. Вызвать отложенный урон в течение 4 ходов. Ты понимаешь? 4 хода будет висеть. Короче, до следующего нашего восстановления будет висеть постепенный урон. Обалденно, кстати. Так, ну что, здесь забираем награды. Поднимаем уровень персонажа. У нас 28 тысяч мутагена. Это, кстати, классно. Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Так, секунду. Вот он, Крис Брэдфорд. Ай, чуть-чуть не хватает, да? Буквально 10 тысяч. И мы бы сделали бы его 80 уровнем. И переключились бы, скорее всего, на сплинтера. Нет, на когтя. Да, мы бы с тобой, наверное, поднимали бы тигриный коготь до 80 уровня. Вот так вот я решил. Ну что ж, забираем здесь с тобой награды и бежим прямиком на арену. Я больше уверен, что нас там сбросили. Я нахожусь в Лиге Сёгунов. Одна звезда. Да, ребята, мы были с вами в Мастере Одна звезда. Круто, конечно, круто. Ну ладно, они сами напросились. Ну что, друзья мои, давайте опять будем по чуть-чуть бустовать. По чуть-чуть буквально. И для этого я возьму... Так, Леонардо у нас в кармане, да? Начну, пожалуй, наверное, с самого начала. Это, наверное, слишком жестко, как ты думаешь, а? Леонардо с самого начала, вытянем ли мы здесь? Ну, проверим. Ну, этих мы должны с тобой бомбануть. Это без проблем, ребят. Ну, приходится мне так делать, потому что надо подниматься опять все выше. Я единственное думаю, хватит ли у меня откатов на 20 боев, да? Плюс у нас там есть с тобой Усаги, Рафаэль. Ну, в принципе, друзья, в принципе, это все поправимо. Единственное, что, конечно, противники у нас будут с тобой по уровню становится все круче, и Леонардо уже не будет вытягивать. Там придется подключать уже, наверное, Усаги. Ну, конечно же, хотелось бы отыграть всех вот этих слабых наших бойцов. И это вообще было бы топчик. Это, грубо говоря, как будто мы с тобой начинаем лигу с нуля, только... Берем с собой имбу, а имба это в данный момент у нас Леонардо. Ну-кася. Четенько. Так, еще 4 бойцам наших слабых, как говорится, резервов очень крупно повезло, потому что за них постоял Леонардо. Ну что же, а мы двигаемся далее. Давай, мне нужно в Сёгун 3 звезды попасть, а лучше в Мастер 3 звезды. Прикинь, сейчас, хопа, и в Мастер 3 звезды с тобой залетим, вот это будет замечательно. Но это мои мечты. Так, Никитушка, да, у нас с тобой Никита. Донни, подожди, твоя очередь еще не настала. Видишь, уже 56 уровень. Мы можем здесь, друзья мои,
немножко сфейлиться, потому что стоит Леонардо где-то промахнуться, не добить кого-нибудь, и все. У меня начнут ребята падать, как листья осенью. Да-да. Ну, скрестим пальчики. Вот, вот об этом я тебе и говорил. Ну и что же нам теперь прикажешь делать? Бомбить Донателло? Интересно, как? Питом, который... Нет. Нет, друзья мои. Ох, сейчас будут нас тут с тобой кромсать налево и направо. Они ничего не могут сделать. Понимаешь, абсолютно ничего не могут сделать. Печалька. Ну, повезло. Ты посмотри, у Леонардо инициатива просто зашкаливает. Он два раза подряд сходил. Так, но все равно мы с тобой потеряли Шинигами. И это говорит о том, что мы с тобой получаем не полный реворд. Но я думаю, расстраиваться не стоит, да? В любом случае, мы с тобой забрались в Лигу Сёгунов 2 звезды, ранг 93. И это только начало. Так, ну что же. Крутой, Умет и Фатма. Ну давай возьму Крутого. Проверим, насколько он крутой. Так, и здесь мы с тобой сделаем, знаешь как? Наверное, вот так вот. Возьму Ванюшу сюда, да? И буду отыгрывать сороковнички. Потому что тридцатники уже, ну, не тянут. Да и опасно их брать. Ну, а здесь мы с тобой спокойненько всех разберем. Леонардо, потом, естественно, Ванюша должен ходить. Ему даже не пришлось, потому что мы здесь всех вынесли. Двигаемся дальше. Так, ну хватит уже крутиться. Давай, давай, меня быстро перекидывай. У меня времени, как говорится, в обрез. Мне еще шадик нужно снимать. Shadow Fight. Так, 70-е место. 17 откатов у нас с тобой еще пока есть. Так что расслабляемся, ребята. По полной программе. Донателло так и лезет, а? Ну что, давай вот этих, наверное, возьмем. И, кстати, я думаю, что вот здесь вот Леонардо справится. Здесь 55-56 уровень, да, противников. Инициатива большая у Карайки. Сплинтер, конечно, меня немножко здесь напрягает. Сейчас посмотрим. Четко. Леонардо вот здесь вот сыграл вообще замечательно. Ну, продвигаемся, конечно же, дальше. Лига Сёгунов 2 уже не за горами. Точнее, 3. Лига Сёгунов 3. Так, 48 место. Это еще примерно где-то боя 4 нам с тобой придется сделать. Ну, для нас это все семечки. Так, берем Леонардо. Возьму я, наверное, здесь нашего тигра Шархана. Крэнк, Микеланджело Космос и Слэш. 45 уровень. Конечно, подстава есть, но я думаю, мы справимся. Если Леонардо делает вертушку, да, я думаю, что тигриный коготь сможет все-таки их добить. Главное, кроликов снести. О, он всех завалил. Ну что же, это круто, друзья мои. Значит, мы с тобой двигаемся дальше. Я вот единственное, что вот беру тигра, да, он не успевает сделать ход. Как бы я и персонажа хорошего отыграл, да, и в то же время им не воспользовался. Немножко обидно. Так, ну что, 25-я позиция, давай-ка двигаться дальше. Так, и здесь мы выберем с тобой, наверное, давай Пола. Пускай будет Пол. Возьму Пол. Донни, ну хватит уже, а. Возьму Пола, возьму Тимати. Так, теперь этот лезет, а? И вот этих вот черепашек. Слушай, думаю, нормально будет, да? Я думаю, будет великолепно. Так, ну что, Лео делает, конечно же, свой козырный ход. Вот сплинтер. Странно. В тот раз он 58 уровня сплинтера не добил. Здесь он его ушатал, просто на изи. Как это понимать? Не знаю. Ну, а мы с тобой чешем, просто чешем дальше. Так, друзья мои, еще один бой, и мы с вами в Лиге Сёгунов. 3 звезды. А здесь мы возьмем с тобой, наверное, давай Данилку. Я думаю, никто не против. Если я возьму Данила и сюда же возьму, наверное, нейтрализатора, а к нему возьмем вот этих трех. Лапекс, конечно, так себе. Но другого выбора нету. Ну что же, давай, Лео, не подкачай. 60 уровень здесь. Я так и думал, что Ванюша выживет, а? Обалдеть, Алапекс просто сделала свой козырный, ребята, ход и вырубила его. Удивительно,
45 уровня была она. Хм, 45 же? 45. Ну вот, друзья мои, мы уже в Сёгуне 3 звезды. 80-я позиция. 13 откатов. Слушай, все очень даже хорошо получается. Давай берем Лео. Так, возьму-ка я сюда, наверное, вот этих двух. И вот так. Должны справиться. Это Леонардо так бежит. Вот это вот классика. Ты видел? Мечи не в разные стороны, как обычно, да, бегут черепашки, а в одну сторону, как этот, как танцор казачка, ё-моё. Так, ну все, вырубили. Паукус нам помог в этом деле. Я, в принципе, не сомневался. Тут выбор был либо паукус, либо карайка-змея. Ну, в любом случае, они были трупачками. Так, ну что, мы с тобой двигаемся. Какая там, 60-я позиция, да? 59-я даже. Круто. Так, и возьмем-ка мы с тобой, наверное, Андреа. Да, почему-то мне хочется именно с ним подраться. Так, откатик. Слушай, а тут 57-й. Да, в принципе, мы можем с тобой даже никого не брать. Вот так вот сделать, и все, это будет нормуль. Ну что, поехали. Так, мои суровые герои побежали. Кто здесь у нас хочет получить первый? Все. Давай, Лео, жги. Ё-моё. Слушай, я обожаю этого персонажа, Леонардо. Усаги мне тоже очень нравится. Но тут мы творим такую вообще жесть. Просто выносим всех. То есть Лига мастеров нам сейчас будет доступна. У меня еще 11 откатов, плюс куча героев. Может быть, мы сразу попадем в Лигу мастеров 2 звезды. Вот это будет для меня, конечно, что-то с чем-то. Ну что, я предлагаю взять вот этих вот персонажей, да, и слабеньких, чуть-чуть слабеньких, буквально, чтобы разбавить кислотность в этом напряженном бою. Так, ну что же, Лео, давай, вот сейчас кто-то выживет. Да, и это кто-то очень много. Ну-ка. Отлично, Змейковьюн, добивай, пожалуйста. Упс. Упс, ребята. Что делаем? Бомбим. Ай-яй-яй-яй-яй, кого-то сейчас взорвут. Оу, какое-то чудо. Ну что, вырубаем с тобой Бибопа и вырубаем с тобой Рокстеди. Слушай, нам повезло. Я удивлен, что Леонардо фильм выжил. Он получил прямой удар от Бибопа, да, и плюс еще получил гранаты от Рокстеди. Зашибись. Ну и какая позиция? 12-я? 15-я, угу. Ну что же, момент истины переходящий, ребята, у нас. Кого взять-то, а? Я, наверное, возьму Женьку. Возьму Евгения. Так, этих трех. И вот так. Ну что, я рассчитываю здесь на такой расклад. Леонардо подбивает львиную долю противников. А дальше Карайка, наверное, добивает вместе с Крисом Брэдфордом. Должно быть так. Ага. Добьет? Добьет. Ну что же, круто. Тут по-другому и не скажешь. Даже Крис Брэдфорд, в принципе, не участвовал в этом бою. Не успел ничего сделать. Ну а мы с собой двигаемся дальше. Есть! Ну что же, друзья мои, вот мы и в мастере. Отсюда начинается уже наш топовый отчет. Раньше, да, у меня был отчет на Сёгунах. Вот мы дошли с тобой до Лиги Сёгунов. И это уже хорошо. Теперь у нас идет отчет от Лиги Мастеров. Вот так вот. Ну что, здесь я возьму, наверное, Витьку. Давай возьмем Витю, потому что, ну, противник, сам понимаешь, уже 70 уровень. Здесь слишком сильно не забалуешь. И вот этих вот ребят, даже, если честно, опасно брать, потому что что-нибудь пойдет не так, не по нашему плану. Шредер Майки сразу просто разлетится в хлам. И многое зависит от нашего Леонардо. Так, Рафаэль упал, да? Так, вражеский Рафик делает иммунку. Так, ну а мы с тобой, естественно, бросаем супер-пупер космический валун. И все. Вот они, в принципе, вдвоем и сработали. Я на них и рассчитывал. Ну а мы с тобой двигаемся дальше. Так, и посмотрим, кто у нас там
будет. Так, позицию мы какой? 85-й возьмем, да? Ох ты, 76-ю. Хм. 76-я, это хорошо. Так, ну что, я возьму Мору. Да, я возьму Мору. И кого тут в помощь-то взять? Возьму, наверное, Арахзара и Зека. Но придется рискнуть. Там Ванька 60 уровня. Блин, он может бомбануть из пулемета. И не забывай, что Микеланджело может бросить бомбочку. Угу. Замедляха, но не на всех сработало, да? Все, топчик. Красота. Так, сегодня будем с собой испытания проходить. Наверное, на Рафаэля пойдем. Наверное, я так думаю. Ну что, и куда мы приземляемся? 56 место. Замечательно. Ну что, выберем с тобой, наверное, здесь. Слушай, а почему кубки дают мне такие, а? Дайте мне... Вот, вот. Яра. Сразу вспомнилась мне выживший, да? Один из нас. Там девочку тоже звали Яра. Так, как думаешь, они вдвоем справятся, а? Железноголовый плюс Леонардо. Тут есть Пит. Хм. Это тяжело предугадать. Но если я возьму Бакстера Стокмана, то 100% должны победить. Давай вот так вот сделаем. Я просто немножко разбавляю, ребята. В свою топовую команду беру немножко слабеньких. Чтобы нам, как говорится, запала хватило чуть-чуть подольше. Так, ага, Майки усиляется. Так, надо глоточек кофе сделать. М-м-м. Горячий, бодрящий. М-м. Обалденно. Так, ну что, давай, Майки, вырубим. Да ладно, Хан, ты смеешься, что ли, надо мной? Хей! Ну тогда волна. Волна от Бакстера Стокмана всех, как говорится, уничтожит. Вот такие вот дела, ребят. Ну, у Хана, да, согласитесь, он даже не прокачан, и все равно инициатива у него большая. Он переплюнул Бакстера Стокмана. Просто взял и ударил. Так, какое место? 37-е. Мы просто с тобой семимильными шагами двигаемся к нашей цели. 6 откатов у нас еще с тобой. Так, и здесь я беру Женьку. Так, Женька будет драться вместе, наверное, с Донателло. Опять муха с этим, с Кирби, а? Вот неразлучная парочка-то где? Слушай, я немножко сомневаюсь. Хм. Я сомневаюсь в Донателло. Твою ж налево. Ну давай Рафаэля возьмем. Блин, ну нам хватит с тобой, конечно, по-любому добраться до Лиги Мастеров 2 звезды, но не более того. Что? Ой, ё-моё. Майки, сделал уклоняшку. Ай, блин, да что ж такое-то. Я промахнусь, наверное, да? Посмотрим. Да, не лучший, конечно, вариант. Ну что же, Рафаэль, придется тебе взять на себя львиную долю атак. Отлично. Добивай этого тоже. В плане. Блин, взял и промахнулся, а? А Келла промахнулся. Так, ну что, попробуем. Ой, а, Донателло. Все, нормуль, нормуль. Так, что у нас может сделать? Плюнуть только, если... Ну давай плюнем. Мимо, понятное дело. Так, Кирби, иди вон, лети пташкой. Хопа, опять мимо. Хиляет, да и фиг с ним, пускай хиляет. Так, друзья мои, уничтожаем, наверное. Ухо, у них меткость, ты посмотри. Прокачана офигенная меткость. Так, что я могу сделать? Сплинтера, наверное, да? Шваркнуть. Слушай, сейчас этот сделает свою суператаку. Оу, все, потеряли, да? Муха вонючая отдуплилась, а? Ну что же так? Ребята, нету веры в эту муху, понимаешь? Вот хоть ты что делай, я ей не верю. Слабачка. Твою же налево. Еще и Кирби этот прозевался, а? Да. Моя была ошибка брать этих навозников с собой в команду. Ай, ладно.
Что сделано, то сделано. Я просто прочитался с майки. Угу. Я не увидел, что в команде вражеской есть Микеланджело, который, естественно, сделает уклонение. У него инициатива большая. Там шансов опередить его просто не было. Окей, окей. Ну и что у нас тут? Виктория, так, и ноунеймы. А почему кубков так мало? Дайте мне побольше, вот. Угу. Так, берем с тобой вот этих двух партизанов. Джастина берем и Мондагека. Так, у меня 4 отката. То есть, если мы с тобой будем еще брать Леонардо вместе с Усаги, то есть шанс пройти еще 2 боя. А нам как раз этого не хватает, чтобы переместиться в лигу мастеров 3 звезды. Угу. Так, ну что, давай добивай, Лео. Показывай свою прыть. В плане. Тихо, какого лешего Дони-то? Фух. Отдуплился он от постепенного урона. Я думал, сейчас как влетит кому-нибудь пощечина этим посохом Бо. Мало не покажется. Так, давайте 14-ю позицию. 14-ю. О, 9-ю. Ну что? Погнали, последний бой у нас с тобой получается, да? Раз, два. Так, кто у нас тут еще остался неотыгранным? И все, что ли? Нет, ребята, еще есть. Еще есть. Давай вот так сделаем. Ой, опасно, ой, опасно. Короче, вся надежда на Усаги с Леонардо. Если Усаги повесит на всех постепенно урон, то победа за нами. Если нет, тут, скорее всего, фейл. Отлично, красавчик. Тут, по-моему, Лео всех добьет. Да. Потому что Усаги слишком хорошо бомбанул и практически пол хп у всех снес. Леонардо просто надо было сделать вертушку и, естественно, всех добить. Окей, двигаемся с тобой на последний бой. Подожди, а почему я сказал, что мы с тобой в мастер 3 звезды попадаем? Нет, ребята, в 2 звезды. Ошибочка вышла. Заговорился. Так, ну что, здесь возьмем, наверное, вот Леонард. Давай, Лео, к бою. Так, тут у нас мутагеноид затерялся, да? И раз, два, три. Ага. Раз, два, три, размечтался. Ну, вот смотри, мутагеноид 50 уровня. Ребята, я не знаю, от чего зависит, да? От прокачки скиллов или от чего. Но именно по атаке он вообще никакой. Но у него есть массовая атака. Когда он бьет ладошками по земле, она наносит хороший урон. Хотя тоже не прокачана. Вот как хочешь, так и понимай. В общем, ребята, у нас идеальная была сейчас победа. Ой, это классно. Так что мы с тобой продвигаемся дальше. Где 75-я будет, да, позиция? О, 67-я. Откатов у нас больше нету. Зато у нас с тобой есть 97 монет. Угу. Идем в магазин. Опа. Опачки, кто у нас тут, смотри-ка. Продается 5 ДНК на Кейси Джонс. Фильм, берем, конечно. А здесь мы берем Леонардо. Опа. Ну что, ребята, еще 9 ДНК. И он в кармане у нас. Ну, я имею в виду, в кармане он уже давно. Прапаем мы его. И доллары у нас 1136, а нам нужно 1200. 1250, по-моему, даже. Так, ну что, друзья мои, пошли на испыталку. День Дони. И насколько я помню, да, здесь не очень хорошая и сильная команда, друзья мои. Тимати, Муха. Ой, как плохо. Ну ладно, сколько пройдем, столько пройдем. Как говорится, что пройдем, то наше. Обидно, конечно, что самые вкусные черепашки находятся в самом конце. Но докуда мы с тобой просто-напросто не доберемся. Как бы мы тут ни старались. Ну что, последняя, третья волна. Мои ребятушки также на изи их разберут. Да тут достаточно было бы одной массовой атаки, и они бы упали бы, да? Тыч. Тимати так дерется как-то нелепо, если честно, да?
Как ребенок. А он, по-моему, так и так есть ребенок. Если по мультику вспомнить, да, он. Да нет, он там не ребенок, там уже взрослый, но тугодум еще тот, ребят. Не в обиду будет сказано, но он действительно какой-то глупый. Ну извини меня, взять, пойти и облить себя мутагеном и превратиться в мутагеноида, да? Чисто глаза и мозг. Ну это... Как это еще можно объяснить? Туповатый. Захотел он получить суперспособности. Ага, получил. Замариновали его, так сказать, да? В бочку в эту. И теперь вот он ходит там. Кислотное пугало. И причем самое удивительное, да, что в этой кислоте его мозг и глаза не расплавляются. Почему? Не знаю. Вот такая у него способность. Ну что, ребята, двигаемся с вами дальше. У нас сейчас третий эпизод. Противники будут 30, наверное, 5 уровня. То есть пока еще терпимо, но для мухи уже приближается, как говорится, конечная остановка. Конечная остановка, но я в плане того, что она уже там будет 45 уровней. То есть до полтинников с тобой дойдем и все. Муху мы исключаем из команды, и дальше у нас остается Тимати. Тимати будет через еще один эпизод убираться, да? Потом остается у нас Железноголовый, Бакстер Стокман и Тигриный Коготь. Тигриный Коготь потом тоже уберется, но... Нет, все равно не хватит. Не хватит нам для последних боев. Тремя противниками, тремя персонажами мы вряд ли с тобой затащим. Но зато можем пройти как можно больше, да? Так, ну что же, двигаемся дальше, смотрим, что у нас там выходит. Так, Донателло Видение, шикарно. Так, вот эти черепашки все нужны, все абсолютно нужны. Донателло, как говорится, ролевой, потом там черепашки Космос. Все это мне нужно. Так, как ты видишь, уже уровень 40-й. Основная команда будет 45-го уровня, да, то есть... Ну, в принципе, муха еще может. Может, ребята, следующий уровень, наверное, поиграть. Но надо будет уже контролировать, потому что Тимати, наверное, придется все-таки брать в провокацию. Вон, видишь, она получает урон сколько. А это всего лишь у нас... Ага, вот, Тимати молодец, красавчик. Додумался. А вот Бакстер, конечно, сейчас сглупил по-черному. Зачем надо было на одного противника делать суператаку? Вот объясни. Не понимаю. Шархан, кстати, тоже почему-то не делает массовые атаки, да? Во, молодец. Догадался, Железноголовый в конце бомбануть. Ну что, 55 уровень у нас с тобой на счету. Сейчас мы будем уже, как говорится, управлять руками. Муху я пока оставляю. Но это последний бой для нее, вот в нашей команде. Самое противное, что здесь только один провокатор. Это у нас Тимати, и он слабенький. Так, что? Давай просто, наверное, уничтожим. Упс. Что-то не вышло. А так. Предположим. Вырубили. В плане. Я думал, вырубим. Так, тут уже, как ты видишь, 4 волны. Две из них такие фуфловенькие. Так, давай-ка сделаем масуху. Блин, все на муху лезут, а? Правильно, она 52 уровня. А вот теперь нужно быть предельно аккуратным. Нам надо либо с тобой в провокацию вставать. У нас два провокатора, ребят, я не прав. У нас же еще с тобой есть Железноголовый. Я про него совсем забыл. Так что... Да, муха, скорее всего, здесь протянет. Надеюсь, не ноги. Так, добьешь? А ты? Ну, конечно. Так, и вот она, четвертая волна. Так, берем сразу же провокацию с тобой. Угу. Ну-ка, стрельни. Молодец. Муха-муха, брось свою пробирочку. Ай-яй-яй. Ну-ка, волной смоем их. Не вышло чуть-чуть буквально, да? Так, это не жилец. Следующего. Ну-ка, добей его. И, наверное, немножко вот здесь надо пробить. Тыч. Постепенка должна убить их, по идее.
Но они, видишь, а у них такая маленькая инициатива, ребята. Потому что у них стоит замедление. Угу. Так, ну что, я обещал тебе убрать муху, и я это делаю, потому что, ну, дальше ей делать нечего. Дальше слишком опасно. Угу. А тут у нас всего лишь два эпизода. Поехали. Так, муха, извини. Тут и тигриному когтю-то, честно говоря, опасно находиться, но все-таки. Все-таки. Ой, ё-моё, грибочки! Твою ж налево. Так, ладно, пока вроде бы держимся, да? Блин, у них еще, смотри, уклонение стоит. Давай, наверное, так попробуем сделать. Окей. Так, у Бакстера Стокмана еще осталась волна, да? Давай, наверное, вжарим. Так, добиваем. Тут опять 4 волны. Да что же вы в каждую команду эти грибы суете-то, а? Ну, серьезно. Так, давай на крит сделаем с тобой баф. И волну пустим. Так, грибы осели. Так, Эйприл, по идее, дуплится. Давай вот так вот сделаем. Уничтожай. Есть. И последняя, 4-я волна. Ага, черепашки. Так, начать надо. Блин. Зря, наверное, это сделал. Так, ну-ка, бомбанем ракетами. Минус. Теперь берем провокацию с тобой. Вот этого Дони надо наказать. Окей. Пробьешь? Ну, он труп, одним словом. Так, бомбим теперь этого Донатала. Пробей. Да что ж такое, что ты такой слабый, ты не можешь пробить-то, все никак, а? Железноголовый, ну серьезно. Решил, значит, бросить, да, кусок экрана? Зря ты, парень. Ой, валун! Это же... Ау, больно. Это было бы... Я и забыл, друзья мои, что у него есть валун-то этот. Так, по идее, нам надо вон того Дони Космоса подбить. Ну-ка. Шваркнули. И... Не добили, чуть-чуть. Ой, вот, друзья, теперь сижу и думаю, как нам дальше-то быть с тобой, а? У нас... 3-4 персонажа. Если я сейчас уберу Тимати, сможем ли мы с тобой пройти последнюю-то, а? Последнюю главу, последний эпизод. Уровни 75-е. Тимати обязательно нужно убирать. Короче, я рискую. У нас с тобой в данный момент один фаворит здесь. Это знаешь кто? Я думаю, ты уже понял, кто это. Фаворит. Железноголовый, ребята. Почему именно он? Ребят, объясню. Во-первых, у него есть... Блин, провокация. Да что же вы делаете, а? Провокация. Бакстер Стокман будет прикрывать всех массовыми атаками. Тут 5 волн. Ё-моё. 5 волн. Так, сейчас попробуем с тобой... Давай так сделаем, наверное. Окей. А волну дадите мне выпустить? Твою ж налево, они еще, смотри, что делают. Контратаку плюс атаку усиливают. Да вы достали, а? Давай добивать его. Этого тоже надо нам с тобой уничтожить. Есть. Так, третья волна. Блин, у тигра очень мало здоровья. Очень мало. Ну вот как тут быть, а? Если не выпускать маузеров. Я не знаю, ребят. Железноголовый, ты мне нужен. Ты... Твоя провокация здесь просто необходима. Понимаешь? Четвертая волна. Двигаемся. Так, попробуем. Так, кто же здесь такой, а? Блин, Эйприл жесткая, и этот жесткий. Я не знаю, ребят. Так. Ну, давай попробуем. Фигня. Ракеты. Так, ракеты, ракеты, ракеты. Блин, атаку еще понизили. Шмаляем. Да ну. Да ну. Да быть такого не может. Да вы че?
Так, ну-ка уничтожим ее. Дальше сплинтера. Не добили. Контакт. Все, мы потеряли тигра, ребят. Ну, я не знаю, вдвоем. Вдвоем против всех. Слушай, мне кажется, можно было бы победить. Немножко я не так сделал. Совсем чуть-чуть. Можно было бы, скорее всего. Так, ну что, Бакстер Стокман, если выживет, будет выпускать свою суперволну. А вот выживет ли он? Так, защита. Нифига. О, все, нет, нет. Это слишком, ребята, больно было. Так, маузеры. Провокация. Слушай, ну, конечно, немножко грустно. Я вот так подумал, а вообще можно было бы их пройти, а? Как бы такой шанс вот можно было. Может быть, не пройти на 3 звезды, но пройти можно было бы. Это надо было бы взять всю команду. То есть и Тимати, да, кто у нас там еще, и Муха. Вот таким вот образом можно было бы. Слушай, ну я думаю, в следующей серии мы с тобой пройдем. Ну там-то мы точно пройдем космические странности, потому что здесь дают одну имбу, как ты видишь, да? И такой командой только ленивый не пройдет. Но это будет в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.